здесь компьютер. Вот, так скажите, пожалуйста, что вы сказали в 14-15 веках в Италии, какие технологические продвижения были? В общем-то, это, ну, началось на самом деле это раньше, существенно. Но к чему привела, скажем так, какое последствие черной смерти? Это я имею в виду экономические последствия. Я сужаю технологически. Мне очень важно, прежде всего, технологически. Какие новые техники возникли вот в эти эпохи? И если вам известно, если нет, то суд. Насколько я знаю, ну что, это было распространение, скажем, распространение бумаги. Это книгопечатание. Бумага и книгопечатание мы знаем. Это, безусловно, центральный проект. Меня интересует, что вдруг хозяйство Голландии так продвинулось с конца 400-х или там до конца 500-х. Вот Аарон появился. В двух словах. Какие технические новшества? Я сужаю, все время сужаю. Потому что там произошел технологический прорыв. Но если неизвестно, мы имеем право оставить вопрос открытым. Не обязаны на все вопросы давать ответ. Вот. Скажем так, в конце 13 века, в общем-то, прошел упадок ярмарок Шампани, которые были как бы местом встречи. Вот где, грубо говоря, вот там был междуевропейский обмен, международный обмен, Исчислялся. И с той поры стали, то есть причины могу сказать, почему. Вы ушли, я про технологию, а вы про торговлю. Столетняя война началась, я думаю. Спрашиваю про технологию. Даже не война. А просто в один год, 1285 год, граф Шампань стал французский король. Вот. И соответствующим образом стали, вот там очень подробно описано, каким образом стал выжимать деньги из тех купцов, которые приезжали на эти ярмарки. В общем-то, после этого все расстроилось очень быстро. Но все время вы какой-то крен, все время вы от твердой марксистской линии пытаетесь отойти. Я не понимаю, что за такой оппортунизм. Вот. И дальше после этого, я говорю как раз его рассказы, после этого стал... Технологию. Рассказывайте, если знаете. Да. По морю. И здесь как раз Голландия. Вот. Точнее, голландское судоходство стало сыграть довольно большую роль. Мы знаем, что корабли они начали строить. Вот в каком году начали они пилить с помощью мельниц ветряных? Мы как бы завершающий этап. Но там были еще вещи по дороге очень важные. Значит, давайте согласимся. Голландия, какая особенность конкретно Голландии? Голландия была не слишком сильно заселена. Да. Знаете, это практически... Это прибрежье, это торфяные болота. Да, да. Должны были туда соответствующие голландские графы, кстати, по происхождению из Фландрии. Да. Они стремились привлечь переселенцев. Да. Давали им всевозможные, так сказать, благоприятные условия. И туда, в болото, как мы уже... Я вам прислал, ссылали евреев. Вы прочли, да? 1350... Я это прочитал, да. В 1350 году вот этот император, я уж не помню, расскажите, кто был император и чем он командовал? Это Римская империя, да, или что? Священная Римская. Где ее центр находился в то время? Ну, центр находился там, где находился император. Он находился в разное время, вот, в разных местах, то есть начиная там с 15 века, это была Австрия, это была Вена. То есть, там, да. 1350-й, это 14 век? В 14 веке это была династия Люксембургов, то есть в начале Люксембурга, в общем-то у них центр был это Прага.
Понятно. О, Прага, великий город, конечно. Так вот взяли, вот это, вот скажите честно, вы знали об этом факте, что в болото сослали евреев? Вот конкретно, нет, конкретно про это нет. Вот, вот удивительно. То есть их гнали отовсюду и решили, что вот, ну, пусть там живут. А в Чехии разве евреи не... Нет, в Чехии евреи все время были, это как один из немногих мест, одно из немногих мест, где они практически не были изгнаны вот всю историю. Имелось в виду, Аарон, мне кажется, другое. Если в других местах Римской империи кого-то прогоняли, то дали указ, вот в Голландию их всех пускать. Ну, туда, в общем-то... Это возможно, учитывая, что то, что сказал Александр, что граф Люксембург был королем Чехии, он мог вполне дать, поскольку в Чехии была конкуренция и неприятие некоторые со стороны местных там, ремесленников и торговцев, он мог давать, ну, как бы перенаправлять, так сказать. И, это не со стороны местных, в основном было противодействие со стороны немецких именно. Да, конечно. В основном, конечно, немецкие торговцы и ремесленники. Да, и теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что просто надо увидеть, что, вы знаете, темные пятна, их иногда трудно увидеть, потому что они темные. Да. Светлое пятно сразу видно. А вот это темное пятно, какое в Голландии произошло критическое технологическое продвижение, там, может, с начала 1500-х годов, а может, нет, раньше еще. Ну или где-то. Да, наверное, я извиняюсь, в 1400-х годах. Вдруг я фрагмент такой читаю, наверное, в этом же имейле, который я вам послал. Что крестьяне вдруг занимаются там пряжей и этим самым прядут и ткут, и у них оплата за их труд, они у себя дома, да, это делают. Да, но оплата это было... за их труд выше, значительно выше, чем в других частях там, это не Нидерланды, или там это более широкой страны. И вообще, и подождите, дело еще. Дело в том, что это довольно-таки... Сразу, сейчас, только чтобы сформулировать вопрос. И они при этом используют оборудование, которым они не владеют. Какое-то дорогое оборудование им покупают, значит, за другие деньги, какой-то финансовый капитал дают, и они эффективно на нем придут и ткут. И с другой стороны, я... читаю, значит, вот эту хасидскую книгу, которую Аарон тоже хорошо знает, это Сефер Зихронот. И мы видим, что из Белоруссии там наши герои лен посылают куда-то в Европу. Вот такой вам вопрос. Видимо, какие-то технологии... Все, передаю, я извиняюсь. Можно, значит, тогда я скажу, что дело в том, что, например, почему упал... Одна причина, почему пришел упадок в Италии, поскольку, вообще говоря, городские гильдии, они всячески стремились ограничивать, вообще говоря, то, чтобы крестьяне, кто-то другой, кроме вот всех членов гильдии, производил, допустим, пряжу и так далее, пряжу и ткани и так далее. Поэтому там, вот в Голландии, в силу того, что города были как раз очень относительно слабые, и по сравнению с Италией, и по сравнению с Фландрией особенно, то там как раз вот крестьяне и могли этим заниматься. Но была какая-то технология, еще раз обращаю ваше внимание, были дорогие станки, которые крестьянину не по карману было купить. Стоял у него дома, это что-то дорогое, какая-то, вот эту технологию мы не очень знаем. И понятно, что был спрос, потому что из льна и конопли тоже, там это уже делали там паруса и так далее, ну кроме тканей для одежды. Что-то технологическое произошло, о чем никто не пишет.
И Голландия стала славиться своими тканями. Я не знаю, льняными тканями славилась. В основном все-таки производила не столько Голландия, насколько я знаю, сколько вот Фландрия. Можно, на самом деле, сейчас могу посмотреть. Давайте сейчас, дайте мне одну минуту. Хорошо, здорово. Вот. И кроме, пока Александр смотрит, и кроме того, вот эта лесопильная технология, которая позволила построить много кораблей, а также, Аарон, я не знаю, были это вы при наших разговорах, много кораблей и много бочек сделать? Я слышал часть этих... Почему хорошо было сделать много бочек? Потому что голландцы накормили всю Европу рыбой. Ну, это да. Это почему да. Для этого бочки? Вы селедку имеете в виду? Да, голландская селедка. До сих пор я иду в магазин, и там написано голландская селедка. Сам рецепт, видно, изготовления вот такой засолки. Дело в том, что бочка – это очень дорогая вещь. Вот как ни странно, да? Вот эти клепки, особенно из хорошего, из твердого дерева. Распилить доски вдоль – это очень трудно, если у тебя нет лесопилки. Вот. Но в Голландии как раз одна из особенностей, что у меня как раз никогда особо дерева не было вообще. Изначально. Да, вот они импортировали из Германии. Из Германии. Рейн, собственно. А потом Испания. Вокруг было много стран, и у них же реки. Наверное, вот эти реки, которые в Голландии, они были связаны, да? Рейн, конечно, но это... Подождите, Рейн, он в Голландии, да, впадает? Да, он в Голландии, ну, конечно. Все, вот прекрасно, вот вам источник древесины, Рейн. Отличный источник древесины. Везде по его течению, пожалуйста, рубите и везите, сколько вам тут. Угу. И вот этот период я... Ищу. А вот где было бы написано... Сравнительно дешевый был сплав. Ну, конечно. Я прошу прощения, просто небольшое дополнение. Там, дело в том, что основные леса были на Шварцвальд, собственно, да, сказка Гауфа. Какая холодная, каменная и какая-то там сеть. Ну, я географию плохо помню. Это связано с Рейном? Или его да. Они сплавляли, да, они сплавляли, то есть огромный лесной массив, собственно, корабельного леса, который сплавлялся по Рейну до Кёльна, а потом из Кёльна по Рейну уже, ну, то есть там в связи с разными торговыми гильдиями и прочим, продавался в Голландии. То есть на этом участке, на протяжении Рейна, стоимость леса возрастала в несколько раз. Ну, то есть бревна. То есть то, что пилили на юге Германии, в Голландии при продавалось... И все еще я подозреваю, что бревно стоило намного меньше, чем доски, которые из этого бревна делали. Дело в том, что, ну вот если говорить, вот здесь утверждается, что в XVI веке это эпоха распространения лесопилок. Они действительно впервые как бы стали, во всяком случае, патент первый получил какой-то голландец, не знаю. О, вот это интересно. Пришлите, если на e-mail. Кто первый патент? Надо расследовать. Патенты и капиталовложения – это первая отрасль, которая революционизировала многое другое. И, соответственно, для кораблей там много чего. Вот эта ткацкая промышленность, надо понять. Сейчас. В ней, видимо, революция произошла такая внутренняя, малая.
Только с сабджектом, если можно, чтобы оно потом... Да, да. Потом оно сохранялось. Вот. Вот. Ну, на самом деле, то есть традиционно всегда была Фландрия. Но опять-таки говорил, что там гильдии, они как раз не давали произвести вот, всякого рода усовершенствования. Поскольку они мыслили, опять-таки, с средневековыми понятиями о том, что, скажем, не должно быть перепроизводства, должно быть ограничено, должно быть высокое качество, и должно все следовать вот, традиционными методами. О, это, подождите. А это... что значит традиционный? Подождите, вот это интересный мне вопрос. Это вот, что, новые технологии тормозились? В какой-то степени да. Гильдии, они всегда... Что это значит? Член гильдии не имел права... Нет, не имел. ...использовать нет. новый станок какой-нибудь, да? Нет. Нет, ну конечно что? Нет. Значит, вот надо исследовать. Значит, открытый вопрос. Я, между прочим... В одной из статей увидел, они как раз хвастались на том, что они хороший экономический обзор в Голландии сделали, но статья за деньги, даже в Технионе я не увидел к ней доступа. И они говорят, вот мы сделали, я, по-моему, вам даже присылал ссылку на нее, что мы сделали отличную работу, и вы знаете, это одна из первых статей, потому что все остальное написано по-голландски, по-английски почти нет материала. Об этой эпохе. Но во времена Гугла, то есть что придется делать? Брать английскую фразу, переводить на голландский, делать поиск, и тогда обратным переводом читать. Да, нет, с голландского, насколько я понимаю, на английский достаточно, ну, не должно быть проблем в переводе. Ну, Гугл. Подождите, а голландский это немецкий или нет? Ну, он скорее ближе к английскому, чем к немецкому. Но вот это там и есть. Понимать его трудно, да? Понять трудно, да. Даже тем, немецкий. Это нижний немецкий. Это не верхний немецкий, который сейчас, скажем так, стал литературным немецким. Ну, короче, надо гуглом переводить. Ну вот. И этот паренек, который... Да. которого вы раскритиковали, он все-таки историк по профессии. Может, он чего-то там слишком сильно говорил? Ну, с другой стороны, он может... Я там видел столько, просто у него столько этих самых... И тем не менее, в отличие от нас, он как бы... Про кого идет речь, Михаил? Про Репинецкого? Я забыл его фамилию. Про пиратов там и про другое. Ну да, ну тогда Александр... Он историк профессиональный. Он историк по профессии... Ну в смысле, он там диссертацию... Царской сделал. Цензуры все-таки, времен конца 19-го. Вы посмотрели на его специализацию, да? Нет, я поговорил с знакомым. Ну, у вас есть общий знакомый, да? Да. Ой, здорово. Я попросил его сделать рецензию на это, ну, коротенький. На то, что... праздников и всего прочего он не успел. На что рецензию? На это видео, что ли? Да, да. Александр тоже негативный, насколько я... Не-не-не, подождите. Во-первых, мы на запись. Давайте договоримся быть политкорректными. Хорошо. Да, тогда мы идем на... То есть мы можем критиковать, но в мягком... Персонали тогда лучше... Да, мы... Не, почему? Нехорошо, мы имеем право критиковать. Мы делать это в мягкой форме. Да, да, ну, лучше все равно не выкладывать это. Нет, подождите, одну секундочку. Включил запись вот только что. Да-да-да. Корнельсон, да? Корнельсон. Да-да, извините, я вас так говорю. Он запатентовал лесопилку и
идет ссылка, то есть не ссылка. Вы хотите, может, показать? Да, в смысле, да. Что? Ну, нету вот эту статью, чтобы она у нас взяла. Нету статьи. Нету статьи. То, есть что статья... у вас на экране, вы хотите показать, чтобы она осталась на видео? У вас есть право, я надеюсь, показывать. Хорошо, я покажу статью сейчас. Одну минутку, вот. Я надеюсь, что у вас шеринг работает. Да. Вот. О, да. Вот, пожалуйста, вот этот Корнелиус Корнелиссон, ссылка пустая. Она не идет на, да, ни на какую статью, а есть вот здесь вот. Если ну, это смотрите. Очень поздно, 1593 год. Да, вещи произнесли так... намного раньше, я думаю. Но это патент. Это патент. Да, а самой... Появление интеллектуального права. Нет, из... нет, ну вы знаете, патентовать очень трудно вещи, которые уже существовали. Даже невозможно, я бы сказал. Если оно уже ну было... хорошо, вот. Когда, подождите, когда кораблестроение? Когда в Голландии началось массовое кораблестроение? Сейчас. Независимость. Давайте я иначе спрошу. Хорошая точка отсчета – это год независимости Голландии от Испании. Когда она добилась? Почему хорошая точка отсчета? Я сейчас вам... Дело в том, что... Нет, дайте мне, я первый начал. Хорошо. Напомните мне год, когда независимость Голландии от Испании. Нет, когда это было признано, ну, перемирие... Когда они военным образом себя отстояли. Давайте просто. Оно окончательно 1609. Первоначально. Ну, ладно. Пример. Да, 1000. Было перемирие заключено в 1609 году. До этого все время шла война. Когда они начали... 1570, можно сказать. Когда они начали успешно воевать против Испании. Да, давайте так. Успешно, опять-таки, успешно не было. Дело в том, что было... Полууспешно. Когда они начали активно сопротивляться Испании. Когда они вступили в войну за освобождение. 1572 год. Вот это вот, когда Гёзы заняли вот эти самые территории. Так что я хочу вам сказать. В соответствии с линией марксизма, это могло в такой небольшой стране произойти после того, как они уже технологически продвинулись и промышленно. Когда они уже настроили себе корабли. И, видимо, лесопилка уже к тому времени... В 1572 году давно уже работала. Вот у меня такое предположение. А вот теперь все, теперь я передаю эстафетную палку. Дело в том, что вот я сейчас просто-напросто, может быть, даже покажу это. Вот. То, что скажем так, вот им корабли, которые, скажем так, отправлялись по, вот, так сказать, именно по океанам и так далее, это были вначале не голландские. Ну, понятно, Португалия была царицей Марии и так далее. Я спрашиваю, когда Голландия стала активной? На морях. Когда Голландия стала активной? Сейчас я думаю, до того, как она начала активно сопротивляться Испании. Потому что у нее должна была возникнуть промышленная база для сопротивления. Не могла просто крестьянская страна сделать себе армию, снабдить ее и так далее. Нет, почему она была крестьянская? Она не была все крестьянская. Крестьянская, скорее, это была Испания. Значит, так я говорю, что она, в ней уже произошло промышленное преобразование. Не промышленное. Это не было промышленности. Промышленно-морское. Ну да, давайте, называйте иначе или скажите подробности. Вот. Да, этот самый... Да. Я называю не сельскохозяйство, но называйте это какими словами вам нравится. Ремесленное. Ну, все описывают, что у них именно произошло, так сказать, вот они стали лучшими именно в конце 16-18 века. Так, еще раз, давайте, вот еще раз. Ну, постоянно вы уклоняетесь от линии партии.
Ну, вот, вот чувствуется, что у меня была самая хорошая учительница истории, Элеонора Ивановна. Потому что она это самая. Она с шестого класса, там, эту линию марксизма-ленинизма. Я у нее был самым непослушным учеником, она меня всегда так косилась на меня. Но я усвоил. Но это действительно, это серьезно так. Страна может стать крепкой, может сопротивляться другим странам, особенно когда у нее небольшая территория, когда у нее, ну, называйте это не промышленной, потому что промышленная – это уже для машин, ну, техническая революция произошла, продвижение. Они смогли, стали богатыми, смогли, как говорится, снабжать Европу рыбой. Я эти статьи вам присылал. В каком году, в какую эпоху они снабдили всю Европу селедкой? Они начали еще до того, как от Испании освободили. Нет, они начали еще в 15 веке. В этом. Ну вот видите, вот, значит, у них много кораблей. Но понимаете, что делать? Да, но ловить селедку означает, что у тебя самое это самое. Самое. Подождите, нет. Когда у них появилось много кораблей? Надо было построить много кораблей. Для этого нужно технология кораблестроения должна была стать продвинутой. Вот я этого не знаю, но я знаю, как научный исследователь, да, что раз так, значит, там оно должно лежать. Вот. Значит, ну, все говорят, что у них, так сказать, прорыв был именно в 17 веке. Ну, хорошо. Не раньше. Ну, описывают, у них был, конечно, там. Вам кажется, что до того, как Голландия еще стала морской державой, пусть не межконтинентальной, но освоила Северное море, и в ней было столько кораблей, что она селедкой всю Европу завалила. Кстати, это не только Северное море, это Балтийское море, она в частности. И тем более, но там пишется в той статье, что я читал, как раз Северное. Северные, естественно, северные, но они уже в 15 веке они воевали именно с Ганзой. И именно тогда они вытеснили Ганзу и начали контролировать Балтийскую уже. Все, значит, они начали контролировать моря. Смотрите, все время я вас веду, а вы все время сопротивляетесь. Значит, они построили много кораблей вот в эту эпоху, в 15 веке. На протяжении 15, даже не к концу 15, не в конце 15 века, а на протяжении 15 века. Значит, вот эта технология кораблестроения, она продвинулась, она много элементов содержит. И лесопилка один из самых главных, потому что они еще доль лесопилки это сделали. Ну, понимаете, что лесопилка там у них была не это самое, не в Голландии, понятно, да? В Голландии там нечего пилить. Ну, как раз я бы мог предположить, что бревна транспортировали по Рейну, а распиливали уже ближе. Ну да. Александр, а почему? В смысле? Бревна действительно сплав бревен, а потом их разделка, естественно, в Голландии. Ну. Да, но это в основном импортировали, кстати, уже начиная, по-моему, в 17 веке уже точно, я знаю. Погодите, давайте договоримся. Вот мы говорим о 15 веке. Давайте хотя бы ограничим. Вот смотрите, значит, тут такие цифры. Говорим о 15 веке. Вот. Причем о периоде даже до 1572 года. Я еще могу даже ограничить. Вот, ну, смотрите, это как, значит, теорема это такая. У них это все было до того, как они активно вступили в борьбу с Испанией. Значит, вот этот самый их знаменитый голландский, так называемый флюид, вот этот вот корабль, ну? Он в самом конце 16 века, 1595 год. Все, опять выводится. Да. Я хочу спросить. Вот, дальше, одну минуту, я не кончу. Вот. Дальше, значит, количество, скажем, в 1532 году у них было 400 кораблей, а через 100 лет было 2500. Ну, понятно, да, что это еще вот. Но я говорю, что там, конечно, оно возникло не на пустом месте, не могло на пустом, Голландия не то место, где, так сказать, не может быть кораблей. Но, тем не менее, это вот самыми лучшими они стали таки в 17 веке. Понятно, что они освободились, и там много ресурсов туда уже пришло. Но техника и вот это первоначальное продвижение должно было быть до вступления в войну с Испанией. Вот такая моя
как говорится, это не теорема, как математика называется. Вот. Нет, вот тут все время все данные, это в основном там у них вот сказать что-то там, что-то, конечно, было. Но когда они вот селедкой накормили Европу? Сейчас скажу. Я даже присылал вам, я просто медленно. Хотите, показывайте нам свой экран, вы так активно. Ага, хорошо, сейчас покажу. Потому что раз накормили Европу селедкой, стали богатыми. Вот. Стали богатыми, смогли уже сопротивляться другим странам. Вот то, что вас, видимо, будет очень заинтересует, это... Нет, это нет. Так. Так, вот это, по-видимому. Вот. Вот, да. Вот это вот. Вот тут есть вот эта статья. Вот это. Технология, это... О! Экономик. Да. А, вот широкий период, да. А, это чаптер. Это да. В книге, которая что? Технологический чест, вот. Видите, вот эта вот книга. Это вот книга. Подождите, которая... вы произносите... Александр, если вы можете, вы произносите вслух. Там, то есть подъем и упадок голландского технологического лидерства в двух томах. Вот это вот замечательная книга. Прекрасно. Подождите, эта книга между нами уже циркулировала или еще нет? Нет, еще нет. О, тогда пришлите обязательно на имейл. Наверное, прекрасно. Тоже. Она тоже. Есть полностью или нет? К сожалению, это вот это. Сейчас вот посмотреть, и вот дальше уже это кусочки есть. А, кусочки, понятно. Вот. Может, можно электронную книгу купить. Вот, и дальше, грубо говоря, скажут, что основных данных там за предыдущие там века, в общем-то, до 19 века нету просто. А. Так что вы нам показываете? Очень трудно. Который говорит, что у нее нет информации по этому периоду. Вот. Давайте договоримся. Мы обсуждаем период 15 лет. Я подчеркиваю. Reconstruction of national account of the Netherlands in the period before 1800 is not available. Хорошо. Подождите, где не available? Может, по-английски? Нет, вообще. По-голландски. Нет, а вот другие источники как раз, вот статья, которую я вам прислал, она писала, что по-английски нет материалов, а по-голландски они есть. Я прошу прощения, Александр, а разве ключевую роль в тем, что Голландия добилась независимости, это не поддержка Англии? Поддержка Англии была в течение буквально где-то 2-3 лет. Это 1584-1586 год, и потом, в общем-то, она закончилась. А. То есть это не была очень сильная. Кстати, вот первоначальная атака, вот когда Гёзе, когда они захватили Бритс, чего началось освобождение, это после того, как раз Англия, Поп отказала Гёзам своих в том, что они могут использовать английские порты. А, да? Да. То есть, естественно, они не хотели на тот момент воевать с Испанией. Кто? Англичане. Англичане, да. Англичане. Но потом же они продолжали, насколько я помню, там были, они атаковали Кадис, по-моему, Было потом, это было, когда уже они решили, это когда Испания решила атаковать, была вот армада, испанская армада, а потом через несколько лет они сделали ответную атаку английской армады, которая, в общем-то, кончилась полным провалом. Да, это да. А в основном, почему это самое, то есть там
скажем так, Испания, она очень на тот момент, основная причина, что они стремились очень многого сделать одновременно. Да-да, у них была с Турцией война. У них была с Турцией война, у них была война очень... Они в какой-то момент хотели, так сказать, посадить Гизов на престол Франции. Да-да. Они отправили армию во Францию. Простите, на секундочку вернуться к Турции. Да? В какую эпоху была война с Турцией? Кто-нибудь из Турции? Тогда же они были. Ну, 1571 год. Панты – это 1571 год, да? Да. Подождите, еще раз. Атака голландцев – это было 1572 год. Подождите. Так что это там все одновременно. Еще раз. В какой период противостояния Турции и Испании? В период времени. Голландии за независимость. Я про Турцию и Испанию спросил. Турция и Испания начинают весь большую часть 16 века. От начала и до конца 16 века. Грубо говоря, от 1500 до 1600. 1500 примерно там 20 года. Тогда. Вот, потому что Испания на тот момент она захватила Тунис. Они пытались это самое там захватить Алжир и так далее, а там турки с ними воевали именно там. Они их выбили оттуда. Ну и плюс война в Италии, плюс... Война с Францией в Италии. Ну, они очень много хотели одновременно установить католическую монархию. Ну вот... То есть это была их цель, собственно. Филиппа II была... Еще один, как говорится, прыжок, с вашего позволения, то, что я, как говорится, темный человек, а вы люди культурные, вы и так это хорошо знаете. Значит, и изгнание евреев из Испании – это 1492, да? Да, да. Удивительно, что этот год, я вот не знал этого, признаюсь, это завершение столетия, это точный столетний юбилей начала преследования жестокого еврея. То есть 100 лет евреев прессовали с 1391 года. Да. И вынужденно там большая часть переходила в христианство, или я не знаю, много ли покидала. Как минимум половина. Если не больше. Подождите, я сказал две вещи, а вы сказали одну, так к чему относится половина. Покидала или перешла в христианство? Перешла в христианство. Вот. И это был завершающий аккорд. Они решили, что кто не перешел в христианство, это уже такие особо твердые, они только будут вредно действовать на тех, кто уже перешел. От них надо полностью избавиться. То есть вытеснение евреев из Испании, я думаю, шло на протяжении вот этих 100 лет. И их постепенное частичное перемещение в другие страны или нет? Вот это больше вопрос, чем утверждение. Частичное, то есть у них в основном, насколько я знаю, перемещение шло скорее после изгнания. То есть уходите от вопроса, но вы имеете право сказать «не знаю». Или у меня этой информации особо нет. Не менять тему обсуждения. Скажем так, большая часть того, что вот именно происходило в Испании, оттуда в то время не было большого притока именно вот, ну, скажем, на протяжении 15 века. Не было большого притока вот этих называемых новых христиан в другие страны иммиграции. Почему новых христиан? Евреев? Те, кто крестились, жили нормально. Те, кто крестился. А евреев нет. Евреи очень не хотели уезжать. Так что, получается, что было столетие преследований, и евреи так держались за Испанию, что даже в Африку там не перемещались, например? Было немножко в Алжир переместились. Потому что целый век преследований, причем жестких, там это описано, не знаю, в Википедии.
Да, нет, были, но как-то довольно стало. В Европу точно совершенно не было. Немножко было в Алжир, в Северную Африку было немного. В Северную Африку могло... Ну как, в Новые Земли было переселение большое. Да? Подождите, это же еще до... В какие Новые Земли вы имеете? Это же не... Это же Южную до... Америку. Нет, нет, до открытия Америки. Он имеет в виду... Михаил имеет до открытия Америки, 100 лет до открытия Америки. Это имеет в виду период, еще раз, очень конкретный. 1391 по 1492. Не включительно. Да. Вот. Вот. Кстати, я могу сказать, особенно не было тогда большой иммиграции. Это удивительно. Да, все-таки у евреев были широкие связи, когда настолько прессуют, тяжело. Тяжелые преследования были. Меня это удивляет. Может, это... Страница тоже требует прояснения. То есть все, насколько я знаю, там массовые начались именно вот после изгнания. Другой связанный с этим вопрос. А вот, у евреев из Испании были серьезные, сильные связи с какими-то другими еврейскими общинами? Конечно. Африки, Азии. С какими? Как с какими? С тоже Северной Африкой, с Италией. А вот Ирак, Вавилон, это уже ушло к тому времени? Нет, к тому моменту то, что было в Ираке, это было вообще это самое. Это... Там не о чем говорить. Захолустье, собственно. Да. Я имею в виду, конечно же, исламского мира, потому что в христианском начали... Ну, хотя, может, в Италии действительно... В Италии были более мягкие условия, чем в Испании, да? Да. Вот. А в этом самом в Испании, то есть, конечно, там были, конечно, начали переселяться в ту же самую в Турцию, в Константинополь, но опять-таки это было очень относительно очень немного. Очень масса пришла это именно после изгнания и после изгнания. Вы знаете, а я вот такое еще предположение могу выдвинуть. Да. Куда пришла большая масса сразу после изгнания, там очень, возможно, сосредотачивались уже те, кто переместились раньше. Вот сразу после изгнания куда двинулись? В Африку, да? В основном, да. Ну, что значит в Африку? Куда в Африку? В Марокко. В Марокко, да? А в Алжир, например, нет. И вот это самое на восток, в Османскую империю. Ну, да, через Марокко или просто морским путем, или что? Морским путем, естественно. Морским путем, да? Да. Но Османская империя, она... Подождите, какие... Африка входила в Османскую империю? В тот момент нет, еще не входила. Это были Балканы, это была Малая Азия, это была... Вот, впоследствии это была Сирия, потом они уже стали... Султан, в принципе, формально считался руководителем, ну, как это называется, главой мусульманского мира. Да. Но главным образом, ну, то есть там были многие связи, но... Вот. То есть основная масса евреев все-таки, в какие районы Османской империи пришла? Вам представление есть? Балканы, Малая Азия и Сирия. То есть в Грецию, в Болгарию, если с современными странами говорить. Грецию, Болгарию. Земля Израиля, да. Да. Ну, в землю Израиля какая-то часть. Болгария, не очень большая, потому что... Вот это вот. Понятно, что в Цфат, там, каббалисты Цфата и так далее. Но это маленькие как... были общины, потому что там экономика не была. Израиль не мог принять большую массу людей, да? Да. А большая масса пришла куда? В современную Грецию, да, вот какие-нибудь да. Салоны. Опять, что значит большая масса? Там максимум оценивает вся эмиграция из Испании, это 100-150 тысяч человек. Понятно. Ну, а сколько было евреев в Испании? Ну, вот столько, половина там было раза в два больше, половина крестилась, а половина вот уж уехала. Понятно. А в Голландию откуда перемещались впоследствии? Впоследствии они перемещались вот в основном из той же, даже не Испании, из Португалии.
Из Португалии. Это просто вот когда изгнание из Португалии, то сразу это же там маленькая разница. Там было всего 5 лет, даже меньше. Да. То есть уже из Португалии пошли прямо в Голландию, да? Прямым путем. Но это были в основном, опять-таки, я понимаю, что были в основном испанские евреи. В основном, которые... Поскольку для испанских евреев самое естественное это было пересечь португальскую границу. Подождите, а евреи Португалии тоже, наверное? Или у них евреи Португалии, да. Но евреев Португалии было максимум там 1040. А пришло туда, там порядка где-то 1080. Хорошо. И из Португалии уже как маршруты распределялись? Морем. Нет, в смысле, куда основная масса переместилась? А из Португалии туда же, в ту же Османскую империю. Ага. Вот. Дело в том, что отличие Португалии от Испании в том, что, ну, благодаря тому, что тем деньгам, которые давали вот эти вот крещенные евреи, называли новые христиане, в Португалии не было, до конца 16 века не была введена инквизиция. И поэтому там они жили относительно свободно. Многие остались. А еще раз. Значит, изменения начались в 1580 году. Ага. Испания. Ну, как раз Филипп II вводил инквизицию повсеместно во всех владениях. Да. Когда они в 1580 году они захватили Португалию, вот тогда после этого началась массовая эмиграция евреев оттуда уже. То есть не евреев, подождите, это уже новых это. Но новых христиан имеется. Тайных евреев, да? Да, да. Не тайные евреи сразу вот 1400 там каком-нибудь 95-м году. Да, да. 1905-м они в основном это было из Османской империи больше чем. В основном в Испанскую империю и какая-то доля в Голландию, да? Нет, в Голландию только через 100 лет после этого. Ага. В основном в Османскую империю. В основном в Османскую империю. Чуть-чуть было в Италии. Немного была эмиграция в Италию. Да. В Папскую область, как ни странно. Да. А, в Папскую область, да. А вот та и область еще... Голландии... В Венецию, в частности, это тоже было. Подождите, да, меня удивляет, что та область Голландии, которая в 1350 году была разрешена для евреев, к тому времени уже не принимала свободно, да? Нет, там дело в том, что там это довольно слабо развитые провинции восточные, это Утрехт. А, то есть они не могли принять много да. людей. Да? А собственно Голландия, вот то, что прибрежное, Амстердам, там это началось, эмиграция, это вот то сам самые последние годы 16 века. Я понял. Развитые в Голландии были как раз южные провинции. Да, это Фландрия была. Но Фландрия была завоевана, ее отвоевали испанцы, вот когда было восстание общее нидерландское, исключительно в силу топографии, поскольку Фландрия довольно-таки плоская равнина, там, в общем-то, это самое, испанцы могли довольно быстро отвоевать. В Голландии очень тяжело, с каналами, со всем прочим. Испанской кавалерии, ну, не так эффективно, скажем так. Подождите, а в 15 веке, Аарон, мне кажется, как раз развилась вот эта северная приморская часть. Потому что там уже кораблестроение шло. Не, вот, пожалуйста, вот кораблестроение, вот данные. Видите? Вот конкретно. Нет. Где, подождите. Что такое 16%? 16% доля Голландии. Доля Голландии в европейских... Ну, для маленькой страны это уже очень много. Нет, это много, безусловно. Да, но в 1670 году это 40%. Понятно, но вы все время хотите нас в другую эпоху переместить. Я все время хочу с этой эпохой, потому что она заложила корень вот всего, что произошло потом. Вот, я просто говорю, что там... 16%, учитывая... там, наверное, Турция не входит, да? Турция нет, не входит, но входит там это самое, там вся Германия. Вот Германия, Гамбург, Франция, Англия, Италия, Испания. Это там у них было довольно, вот тем не менее... Ну, да, неплохо. Да. Так что понятно. Ладно, хорошо, спасибо. Нет, ну чего, 16% это шестая часть.
да. Я не знаю, количество кораблей или тоннажа, но то есть это не важно, я думаю. Но это действительно... Вот тут сказано, вот видите, вот это вот то, что вот, Михаил, то, что вас особенно интересует, вот это вот. Вы проговариваете вслух, я не схватываю глазами, когда я говорю вслух. Вот, то, что успех голландского судоходства в 16-17 веке, это означает, большую роль играет технический прогресс в судостроении. Начиная с конца 15 века. Это как раз то, что Михаил... Да, но я говорю до конца 15. Так, да. Сейчас, еще раз. Правильно. Да, и каждый раз было постоянное улучшение. И в конце концов, в конце 16 века... Непрерывное развитие. Вот и все. Все-таки корень там. Все-таки Элеонора Ивановна, она меня хорошо учила. Да, но смотрите, это конец 15 века. Это не... Нет, к концу 15 века. Нет, начиная с конца 15 века, From the end. Да. Быстрое развитие от конца... Подождите, что такое... конец 400-х годов, да? Это открытие Америки. Как раз тогда. Но это не связано с открытием. Подождите, а в 1572-м, как вы сказали, они сразились с Испанией, да? Да. Ну, смотрите, значит, у них был период все-таки. А почему это не связано с Америкой, Александр? Это связано как раз все-таки с изгнанием. Это великих открытий, собственно. Это связано... Да, голландское кораблестроение не связано. Ну, видно, нет. Еще не успели включиться. Это заняло время, да, освоение Америки. А вот период все-таки... Это были испанские корабли. А период изгнания из Испании, оно, собственно говоря, все-таки... Пусть это совпадение во времени, да? Но оно совпадает. Да. Подождите, одну секунду. Начало технологической революции в Голландии совпадает по времени, пусть это случайное совпадение, с изгнанием евреев из Испании. Вот, да. Но тут еще один момент, что тут просто описание, что в чем дело, те корабли, которые используются в Средиземном море, они строились намного более прочные, более тяжело строились, потому что им нужно было защищаться от пиратов. Должны были соответствующим образом там быть место для пушек, ну и прочие особенности. В Голландии они не строили. То есть был даже период, когда перемирие, у них вообще не было, они вообще были не вооружены. В смысле, это просто рыбацкие торговые корабли? Нет, это торговые корабли. Но там у них не было там места, поэтому они были более эффективны. Понятно. Будем разбираться. Все-таки я думаю, что из Португалии не должна была переместиться большая масса евреев, а, допустим, какая-то небольшая часть, которая знали кораблестроение. Вот. Времени все-таки совпало. То есть в Голландии что они делали особенно? Именно. Голландцы свой флот... Подождите, это уже большая книга у вас. Это небольшая... Ну, это как? Это не очень... Я большая. Уже вижу по правой, там уже много страничек. Это не так, как было раньше. Да, вот в Голландии... Присылайте нам. Хорошо, пришлю. Из Subject 2. Может, сейчас, потом вы же забудете. Subject 2 с названием самой книги, если можно. Это 39 страниц, да? Не так много. Не так много, на самом деле. Но все равно, это важная часть. Вы нашли важную часть, да. Вот. Я сказал, что я, в общем-то, я могу находить иногда. Александр, только это... С самого начала наших встреч творческих ваша эта сила была общепризнанной. Вот, я сейчас вам пересылаю это самое. Вот. Спасибо большое. То есть я там без комментариев просто. Подождите, название... Нет, subject 2, я иначе потеряю. В subject нужно что-нибудь. Хоть... Вот видите, тут... Вот это копипейс делайте. Вы можете эту строчку копипейс заголовок имейла?
Ой, я уже, к сожалению, это самое. Ну, вы сохраните... Я же не могу сказать. Дига какой-нибудь. Сделайте реплай с этой строчкой, чтобы я ее вручную не печатал. Потому что когда просто линки, они потом уходят, их невозможно. Дальше. Так он, по-моему, это... Или нет? Я не понимаю. Это вроде бы... А, это же вроде бы PDF-файл. Это PDF-файл, да. Не, ну это линк на PDF, да? Не-не-не, это линк на PDF-файл. Так, сейчас, ладно. Вот, Productive Shipping я вижу. Да? Что такое 2 здесь? 2 это... Сейчас я соображу, почему это 2. Вот я сделаю reply и изменю subject. Делаю так, как я делаю, чтобы потом... Через 12 лет, как я этому нашел, Борису Штивельмуну. Вот. Это ж так удобно. Вы потом гуглом ищете в своем имейле и находите все, что потеряли. Да. Ну, тут, кстати, вот описывается, что, скажем, если обычные корабли, если было 10 человек экипажа, вот голландские, вот они были специально построены, чтобы было достаточно 6. А, да, по-моему, я это читал. И голландский экипаж довольствовался более... Это французский какой-то пишет. Более простой едой, чем французы. Они там какую-то сушеную рыбу или что-нибудь еще. Но, да, французам требовалось вино там и... Горячая, может, пища. А голландцы ели там что-то очень простое. Все. Хорошо. Что это такое? Вот я вам послал... В реплай, но уже вместе с сабжектом, чтобы она сохранилась. И даже я себе раздел сделал. Holland. Вот. Особенность еще такая, что в этом самом, что голландцы, они установили вот именно контроль. Да. Норвегию, в Балтику. Они, так сказать, могли... эти вот самые эффективные корабли. Ну, хорошо. Значит, я все-таки подозреваю, вот, что португальские кораблестроители, которые были самыми профессиональными в мире на ту эпоху, какая-то их группа должна была попасть в Голландию, на ровном месте делать конкурентоспособные вещи в мировом масштабе. Менее вероятно, как-то мне кажется, я могу ошибаться. Вот. Ну, хорошо. Вот. Что, соответственно, произошло, то описывается, что очень этот фрахт очень сильно упал. Вот стоимость перевозок резко упала во второй, третьей четверти 16 века. Ну, за счет этого. Ну, понятно. Понятно, что стали много... И они, и, соответственно, этот спрос, поэтому, соответственно, стал больший спрос на голландские корабли, и они, а в свою очередь, это позволило им экспериментировать всякого рода с новой технологией. Ну да. И, кроме того, где-то я в этой... Мне кажется, что эта книга мне мелькала, или в другой, что они и морской атлас мировой составили и опубликовали. По-моему, это все-таки португальцы были, но... Что-то... Я поищу в своих имейлах. Надо посмотреть. Хотя нет, мог быть и голландцы. Голландцы, по-моему. Мог быть голландцы, да. Я опять гарантировать не буду. Сейчас. Как он назывался? И тут мы... Это атлас, который здесь... Ну, который как бы зафиксировал эпоху всемирных открытий, да? Да. Ну, может быть. Это подробный атлас, он показывал... Имя у него было голландское, немецко-голландское. Да. И более того, сейчас мы вернемся даже к той теме, с которой Александр вообще начал наши встречи. Поскольку мореплаватели стали составлять большую часть голландского мореплавателей и кораблестроителей. Большую часть голландского населения, то и грамотность потребовалась. И в ту эпоху Голландия была самая грамотная страна. Да.
И, кстати, вот это, там вот что произошло, вот, что в Амстердам это был не то, что рынок, где конкретно обменивались всякого рода, распределялись всякого рода продукты, а это центр информации. А вот тут, потом, когда это все очень сильно развилось в 17 веке, вот тут евреи сыграли как раз большую роль. Но мы еще португальских будем евреями или не евреями искать в Голландии в 15 веке. Там практически это самое. Те, которые там кораблестроение развили. И кораблестроение, и ткацкую промышленность. И даже металлургия, там же для какие-то металлические части тоже требуется. И мне кажется, даже в самой Голландии, в Нидерландах металлургическое производство было. По-моему, там было не так сильно. Это, по-моему, это скорее то ли Бельгии, там в районе там Льежа и так далее там было. Ну вот это, не как это называется, район низменности, да, в него и Бельгия входит, да? Ну да, то есть часть Бельгии. Но это как раз та часть, которая не самая низменная, она чуть повыше. Нет, это не Фландрия, это были как раз вот Валония. Ну вот. Хорошо, спасибо. Немножко продвинулись в этой важной теме. Основы капитализма. Теперь у меня еще другое белое пятно, что пираты свой кодекс тоже могли из каких-то голландских каких-то конституционных. Когда они стали республикой Голландия, интересно, какая там была конституция, какое там было разделение властей и так далее, потому что оно могло... С нашей точки зрения очень неэффективное, потому что это были, это, грубо говоря, был сбор провинций разных. Да, да. Семи провинций, совершенно разным весом. Вот. В общем парламенте, да? Или как? В общем, это самое, там, да, то есть каждый был как бы свой правитель, штальгальтер. Вот. Были постоянные противоречия между провинциями. А парламент был общий или нет? Да, с самого начала, конечно, Генеральные Штаты, это с самого начала. У них восстание именно началось, именно когда именно они собрались все. Подождите, вот парламент, это законодательный орган. И что, и парламент, правительство... Вот это разделение было, да, как глава, глава исполнительной власти. То есть это не было таких вот на примере там современной Америки или даже современной Англии это было. А что было? Полусредневековое полу – это грубое собрание провинций, в котором каждый имел свой правитель, свой это... Вот центральный правитель был, которому армия подчинялась? Его могли избрать. Избирали центрального правителя, да? Избирали, который штальгальт. О, Александр опять. Избирали, они могли его назначить также всеобщим, то есть он мог командовать со всей Голландии, со всех Нидерландов, точнее. То есть он был, грубо говоря, премьер-министр, да, или... Нет, он был только вот на момент это самое, вот на момент войны ему могли. А дальше, в общем, там была постоянная борьба между ним и вот Генеральными Штатами все время, особенно с Амстердамом. А деньги, у государства есть еще там несколько миссий центральных, да? У него несколько, да. Кстати, деньги он должен был... Кстати, евреи, конкретно евреи там поддерживали именно вот эту оранжевскую партию, которая отнюдь не либеральную. Так на каком этапе пираты придумали конституцию, которая вошла в основу американцев? По-моему, все-таки у них была не это самое, не пример был не с Голландией. А какой еще пример мог быть в то время? Еще французской революции не было, но в Англии там что-то было, я не знаю. В Англии, во-первых, в Англии, естественно, все они вообще, говоря, были, все они были. Подождите, а что, ну вот расскажите два слова, как английская система? Английский было введено, начиная с после, скажем, славной революции, 1688 год. Там было введено постоянные парламенты, которые должны были каждые 3 года избираться.
и которые держали, в общем-то, под их контролем перешли финансы. Подождите, было разделение властей в таком духе, как в Америке? Или в Америке это что-то совсем новое? Такого полного разделения властей не было. У них все-таки была монархия. Так вот, это разделение властей, оно было в Пиратском кодексе. Я же вам присылал. Да, да, да. А там это самое, ну, там было... Они его придумали, пираты сами, получается, да? Да, да, но там было... Да, потому что они не могли взять с Голландии. И из Англии не могли взять, да? Ну, потому что в Англии было и правительство с премьер-министром, который отвечает перед парламентом, и король, который как бы назначает это. Да, а там... Как бы... Там это был компромисс. Пираты сделали настоящее народовластие, да? Потом и надо было... Вот это пиратское сообщество... Оно было сувереном, да, а остальные должны были так избираться, чтобы они не могли узурпировать власть. Конкретно в Англии, конкретно в Америке, там было именно были введены три принципа. То есть это палата представителей, это низший уровень, как бы демократическая, аристократическая это был Сенат, и монархическая это был президент. Вот они, так сказать, создали вот эту систему, которая, так сказать, балансирует между этими тремя уровнями, плюс религическая система, то есть духовный суд и так далее, который как бы независим от всего. И соответствующим образом поэтому было передано законодательное представителей и сенат, которые равновешивают друг друга, исполнительное это президент. И все это под контролем суда Верховного. Это вот изначально как это было. Ну вот я предлагаю в какой-то момент вернуться к этому описанию, хотя непонятно, автор вот этого текста, он вырвал это из книги вот этой толстой, он извлек из разных мест. Когда он суммировал, оно так получилось. Вот, так. Кстати, посмотрите, вот, пожалуйста, объем. Торговли вот по разным районам. Алло? Да. А что, разные районы чего? Аарон, вы понимаете? Разные районы чего? Голландии? Я сейчас я не вижу, я не очень понимаю. Я соединю все в один файл. Непонятно. Что такое ВОК? Ну, Алексу пока сделаем мьют. Я надеюсь, что он сделает мьют. Америкас. А, может, это куда они торговали, голландцы? Ну, судя по тому, что речь идет о тонных километрах, речь идет о... Как это называется, грузоперевозки? Ну, грузоперевозки в разные места, в разные части мира, да? Судя по всему, да. Ну, может быть, из Голландии, я не знаю, раз книга такая. Ну, скорее всего. Из Голландии в разные части мира. Ну вот можно в Америке оно стало возрастать, да, после там, грубо говоря, 1600 года оно было совсем маленьким и постепенно росло. А VOC, кто его знает, что это такое? Какое-то сообщество. Александр может сделать unmute. Да. Unmute, да. Значит, VOC это как раз это Остинская компания. Ага, понятно. VIC это то, что вот вам, это Вестинская компания. Зунд – это на Балтику, это вот в Дания, проливы, Данские проливы, ну и это остальное все. Ага. Да, мы видим, что к концу Америка стала доминировать, да? А вначале, если заметили, в самом начале доминировали именно Балтика. Фиолетовая. Да. Ну да.
Или грузы, или рыболовство, может, входило в это же. Да-да-да. Нет, это именно зунт, это именно Балтика. Вот. Вот. То, что он увеличился в 17 раз между вот первым понятием 1503 год, ну, очевидно, в начале просто нет данных, но, очевидно, там не слишком менялось. Да, тут просто говорится, что там две точки, которые... Да. Которые более-менее, да, они более-менее показывают примерный объем в начале 16 века. Это, если я правильно понимаю, там написано Балтика, да? Да-да-да, Сунд это Балтика. Вот. И потом, значит, после середины 16 века началось вот такой очень сильный подъем. Ну, понятно. А вообще, ну да. Вообще тут 1540 год такой. Ну, может, данные, потому что мы видим... Нет, 1570 год – это как раз время военных действий. Нет, ну вообще сам первоначальный рост 1540, но мы видим до этого 530 или даже в самом 503. В 503-м высота, она та же самая, обратите внимание. Просто исторические данные, наверное, фрагментарные. Нет, это данные полные, просто не за все годы. Ну, я об этом говорю, что высота в 540-м и в 503-м одна и та же. Ну да. Вот. То есть революция, достижение вот этой первой высоты, оно было левее нашего графика. Ну да. Вот приход к этому уровню был левее нашего графика. Да. Вот ты еще заметил, там был подъем, вот начиная с 540-го, примерно до там, 560-го. Потом, дело в том, что 1565-1570 была война на Балтике. Да. Между Данией и Швецией. И все пошло вниз. Все пошло вниз. Помимо того, что было еще восстание против Испании, на это еще наложилась еще война на Балтике. А Реста, ну, вообще и Африку может включать, да? Когда они там активно стали в сторону Африки? Да, но я думаю, что это не Африка. Это, скажем, Франция, к примеру. Там. Подождите. Даже Испания. Вот. Что за война? После Ливонской войны за ордена? То есть, это во время Ливонской войны там шло еще целый ряд войн. Вот, да, тогда была война между Швецией и Данией. Когда Голландия в Африку двинулась? Интересно. Буры – это в большой степени голландцы, да? Или я ошибаюсь? Да. Это голландцы. Но это было начало конец 17-го, начало 18 века. Середина 17-го, начало это самое. Вторая половина. Мы можем к этому графику вернуться, когда перевозки в Индию. Вот это Ост-Индийская компания. Да. Подождите, Индия это где? Это что? Это... Ост-Индийская компания, ВОСИ. Это вот это. Ну вот, грубо говоря... Это светло-серое. Вот это. Самое начало это 1600 год, грубо говоря, да? Да. Аарон, о каком периоде говорите? Я говорю, да, я ошибся. Это 1652 год. Да, я сказал, вторая половина 16-го. Да, это Кейптаун, собственно. Да. Вот, так что вот это... И вот, то, что вас очень интересует, Михаил, это вот данные, это самое. Вот какой было это самое. Вот что в судоходство, сколько производили и кто был занят. Подождите, что вы имеете в виду? Это уже само судоходство. У меня был судостроение. Да. Судостроение или судоходство? Судоходство. У меня был вопрос по судостроению, когда в нем революция произошла. Это мы еще до этого не смогли добраться. Это до 1500 года.
мы видим, что в 1503 году уже был объем, который приближался к объему на момент освободительной войны. Ну, там был чуть меньше, но уже по порядку. Почему? Это, в общем-то, прошу прощения, но это где-то раза так в 4 меньше был. Вот, объем освободительной войны, это вот это, 565 год, вот, в 4 раза меньше. Я не... Объем на северных морях сейчас. Ну, может быть, да. Да, это вот. Но меня интересуют технологии, меня интересуют изменения, вот когда революция в производстве, этого, по крайней мере, в этой главе нет, это в каких-то других местах. Сейчас я, может быть, смогу показать. Вот здесь. Кстати, а вот по поводу политического устройства, наверное, интереснее, это может быть то, что Михаил ищет, может быть, в политическом устройстве Капской колонии там было что-то похожее, близкое. Да. Может быть, не знаю. Это которая Южная Африка, да? Да. Вот, кстати, вот, пожалуйста, данные. Наши друзья, союзники Израиля. Ну да. Вот. А что с бурами? Они в основном покинули? Нет, буры как раз нет, в основном англичане покинули. Не, вот я имею в виду сегодня. Типа, я про сегодня говорю. Они еще там, буры еще там, да? Да. Держатся. Они крепкие, да, они такие упорные буры. Да. Да. Вот видите, вот тут вот данные очень это самое, вот фактор кост, значит, в судостроении, вот. Да, да, о, да, это, о, видите, о, вот это 1450 год. Правда, ось X... Начиная с 1050-1800 года. И ось X какая-то такая... Ось X, насколько могу понять, это... Да, это испорченное, но я понимаю, что это годы. Да. Значит, а вот это первое слово, я не помню. Второе – это медь, да, первое – это что? Нет, тимбр – это лес. Лес, да. Лес, подождите. Это что, его цена, да? Да, фактор. Вот, например, тут сказано, вот в 19 веке вот такое соотношение. Подождите, что значит возраст? Я не очень понял график. Сколько кораблей в стоимости материалов, я думаю, все-таки. Корабля. Да, вот лес. Но они же что, все стали более дорогими? Нет, что-то не так. Да, они стали более дорогими. Вот лес стал на 40, то есть в 19 веке лес это 40%. Грубо говоря, зарплаты работников это 30%. А это относительно... И медь тоже 15%. Вот там они менялись соответствующим образом, они там менялись в течение времени. Это их удельный, это не абсолютное, это удельный вес в цене корабля, да? Да, удельный вес в цене корабля. Хотя тоже график не полностью мне понятен. Почему оно все возрастает? Если удельный вес, так что-то должно идти вверх, а что-то вниз. Оно, когда все вместе поднимается, то не очень понятно. Надо присмотреться, видно, более аккуратно. Вот это, но у вас есть это в любом случае. Да. Вы просто показываете наиболее интересные места. Интересные эти самые места. И вот тут есть это самое. Вот, кстати, сколько стоило примерно. Что? Фрахт, сколько стоило эти самые вот поездки, вот тут в частности вот этот самый темно-фиолетовый, это Архангельск или Ворна, а розовый это Балтика, вот, то есть примерно вот таким вот образом, если вот усреднять, сколько стоило вот перевозки. То есть как это менялось, видите, от начала 16 века по конец 18. Ну хорошо. Это Архангельск, Ливорно. Да, очевидно, там, да. Почему-то когда... Да. Что это второе слово сказал Аарон? Архангельск, Ливорно. Да. Что такое Ливорно? Ливорно это город в Италии. Это Генуя. Насколько я
Нет, это не Генуя, это Флоренция. Как раз там вот евреи как раз установили. А что из... Интересно, это из России какие-то русские товары везли, да? Ну, конечно. А в значительной степени они, они получали... Пушкину, небось, какую-то. Да. Что самое дорогое могло везти из России? Пушнина. Да. Пушнина. Меха. Ну да. Пеньку везли, наверное, через Балтику все-таки, да? Нет, я думаю, что много чего везли именно через Пушнину, через Архангельск. А через Балтику, Балтика потом, Балтика не была, до Петра Первого же Балтика не была в России. А, шо, да. Вот. Так что шведы не очень, не очень любили. Вот, в частности, вот они какие, вот какие были фраг, сколько стоил. Вот. Балтика, Бордо, это желтое, и Архангельск, это красное. Нет, там просто, по-моему, из России везли еще какое-то сырье для веревок, нет? Ну да, да, это как она называется? Конопля и лен мог вестись из России. Пенька, да. Вот сейчас и соотношение между, вот, между зарплатой и капиталом. Где? А. О. И что есть что? Ну, видите, вот в конце 17 века отношение... зарплата по отношению к капиталу увеличилась, потом она, кстати, стала падать. И, в общем-то, это вот такое вот, такая синусоида. То есть в 1500-х это капитал, он да. Больше... Стало дешевле, скажем так. Вот. И вот тут, по-моему, есть этот самый. Вот шестая, это значит размеры голландских кораблей на Балтике. Вот. Как? Что значит? Что значит? В чем это измерение? Я не понимаю. Ласт. Ласт это, по-моему, 2 тонны. Ну, 400 тонн это довольно много. Довольно много, да. Это вот было уже там в середине 17 века. Потом это продолжалось. Вот. А, нет, это... Нет, это саунд, это в тоннах уже. А. Это уже в тоннах, то есть это 200 тонн. То есть сначала это были ласты, а потом в тоннах это все. Да, я понял. Вот. Ну, то есть, ну, 200 тонн тоже не так плохо. Ну, да. Вот, ну, вот примерно вот такие вот это. И дальше я, по-моему, там было вот... почему-то здесь очень плохо этот самый. Вот, тут вообще ничего нету. Вот. И дальше у них в конце, по-моему, есть данные вот о пенях, значит. Вот. Вот видите, то есть какой процент куда шел. Количество кораблей 1536 год, один из самых. Вот как раз перед тюльпанами, перед тюльпанной лихорадкой. Видите, вот самое крупное, самое большое количество это было Балтика. Второе это было, как ни странно, Норвегия. Третье это юго-западная Франция, это Бордо. Вот это вот. А Балтика это Польша, наверное, уже. Это, ну, это Польша, это Кёнигсберг, это вот Пруссия. Это там, не знаю, Мекленбург, но это и это самое, это Прибалтика, это Рига. Подождите, какие это годы? Это 1636 год. Да, интересно, что между Европой
Вот. Это еще ордена. Там уже ведь там какая-то. Вот. А вот тут сказано, и сколько вот и какой, и сколько этих самых, какой объем был. Видите, вот самый большой это Балтика и Норвегия. Угу. Потом, потом было сильным отставанием юго-западная Франция. И Вестинская компания, Средиземноморье, Россия, кстати, вот. Еще тогда уже она была довольно много. Это, кстати, Архангельск. Угу. Это тонны или тоннокилометры? Тоннокилометры. Угу. Ну что, в тоннах, да, конечно, да, получается там совсем другие соотношения. Ну да. Сколько грузов привезено с разных мест? Ну, естественно, поскольку для Вестинской компании это понятное дело, что это там было немножко другое. Вот. Не, ну там же не стоимость привезенных этих пряностей, кофе, да, чего там еще. Ну, стоимость, она пропорциональна тоннокилометрам. Я... Да, вот. Видите, вот, вот здесь данные, это уже конец 18 века. Ну, я знаю, что вас, Михаил, это меньше интересует. Ну вот. Но в основном, видите, доминируют там опять-таки две. Это Балтика. Вот. И дальше там потихоньку это самое. Там все понемногу. Это Балтика, Англия, Франция, Испания. Алло? Да. Да-да. Александр? Да-да, я с вами. По-моему, вы что-то хотели сказать. Нет, это самое. Я хотел сказать, значит, что там я посмотрел, сейчас вот есть так называемый Neural Link, это вот он, это Маск, если продвинуть. И, ну, то, что, скажем так, каким образом вызывать те или иные реакции в мозгу, пока это делается вот там у животных, но дальше это... Смена темы, да. Да. Вы вызывать реакции в мозгу с помощью чего? Может быть, следующая встреча посвятим. Да. Это как заголовок можно оставить для следующих встреч. Да. С помощью магнитных полей каких-нибудь, да, или? Да. Вот, да. Вот я